Всем трема доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Так, мы с вами продолжаем Томб Райдер. Растительница гробниц, наш прекрасный Лара Крофт. Мокрая, ну хотя как, уже высохшая, надеюсь, немножко отдохнувшая, покушавшая. Даже немножко подкачавшаяся. Так, секундочку. Ага. Так. Все. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Со лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии с меня контент. Извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Так, найти выход из леса. Ну, мы что-то здесь нашли. Черт, кто знает. Я так и не понял. Ну, лагеря, вряд ли это все здесь. Ладно. Мы как бы вроде обследовали локацию, что-то обнаружили. Так, целиться вот так, все. Это подкат, это красца, это прыжок. И кто-то поет. Уже снимаю вторую серию, а первую еще даже никто не посмотрел. Вот такой вот. Опа. А кто дверь открыл? Эй. Да. Эй. Есть там кто? Опа, а почему... Чё? Стрел же было перебор в прошлый раз. Не понял. Секундочку. Странно. Я был уверен, что в прошлый раз мы стрелы потратили. Так, как что-то Q, да? Ага. Лар, ты уверен, что нам сюда надо, а? Мы только из одного подземелья выбрались. Может, ну его нафиг, а? Наверное, это и есть проход. Черт. Ага. Ну, пошли. Ну, а какие варианты? Вернуться в первую локацию мы уже, я так понимаю, не сможем, да? Печально. Может, я там что-то и не нашел. Черт, как это... Что это за символ? Скорее всего, не само уже. Ты, главное, факел не туши. Что я делаю? Тут отметки ставил. Причем довольно много, надо признать. Как же они ставятся по принципу 405 перечеркнуто, да? Я, кстати, всегда удивлялся, почему 5? Но по логике, если неделями считать, то должно быть 6 и 7 перечеркнуто. А тут что-то по 5. Боже, это безумие. Согласен. Это не просто безумие. О, нет. Это какой-то, пардон, муа, звездец, а не безумие. Традиционная маска театра Но. Ага. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. А, смотрите, а как ее? А, правая кнопка. Изнутри следы белой краски. Ага. Маску надевал человек знатного рода. Еще что-нибудь? А, то есть вот как бы все, да? Ну, то есть мы получили всю доп. Информацию, правильно понимаю? Маска Хани. Хорошо. Ну, то есть такой намек, да, что... Подожди, а вот здесь что? Мы тут что-то прожгли. Фу. Ну да. Тут нужно чем-то взломать. Да. Ладно. Пошли, чем-то взломаем. Согласен. Это оружие? Ну, ага. Ага. Окей.
Будем надеяться, мы ничего не прозевали. Хотя, во мне все-таки такой лютый собиратель не страдает уж совсем сильно. Ну, то есть, когда слишком переусложненный момент со сбором, тоже, как бы, по 10 раз пылесосить одни и те же локации. Ладно. Ладно, фигадно. А шо, ладно. А. Полезли. Эй, а почему нельзя на попу ее посмотреть снизу? И на грудь нельзя. Эх вы. Сейчас меня как кто-то схватит. Нет? Странно. Прикольно. Ну, пошли, чё. Сэмми? Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Не знаю. Что-то я не очень доверяю. Что-то я не очень доверяю всему происходящему. Так что давайте-ка аккуратненько. А, это уже она сама идет. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Интересно, он враг, друг или вообще жертва? Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до моря. Знакомая болтовня, да? Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, вообще, да, это нормально. После такого стресса около костра вырубиться, как нифиг делать. О, как. Здрасте, приплыли. А куда вы делись? Сэмми! Черт! Ох, это жопа полная. Тише. Кажется, сейчас придется отстреливаться. Вы что, шутите? Они очень быстро атакуют. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я не настолько хороший стрелок, чтобы вот такой херней заниматься. Да и стрел у меня, знаете, всего 19 штук. А сколько там этих волков? Фуф. Да уж. Ну, конечно, тут полегче. Все-таки они сделали слоу-мо и... Рэй!
Вообще у нее нога должна быть как минимум не сломана, конечно, но повреждена достаточно. Бегать бы она не смогла. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим матерью. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Значит, только у нее ботинки очень хорошие. Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ну ладно, хотя бы. Вот да. И так, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Эй, а волков стрелы забрать. Эй, да куда? Да что хвасай. Ну, конечно, зависит еще от ботинок, на самом деле. У нее вроде высокие. Ну вот, посиди здесь. Насчет жесткости не уверен. На разведку. Ладно. Черт его знает, конечно, зависит от капкана еще. Если, как говорится, не на медведя. Неплохо. Так, давайте-ка мы быстренько. Навыков пока нет, это недоступно, все. Так, вижу. Так, вижу что-то полезное. Даже так. Не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. Давай. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Ха. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Ну мы же слышали. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Да-да-да. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Рассказ Саманты об императрице Солнца и Яматае все оказалось совсем не так, как она себе представляла. Ну, это уж как обычно. Серьезно? Жесть. Это я вот столько пропускаю, да? Оу. А, оттуда я пришел. А, понятно. А, вот максимум. Кирка не выдержит. А, да, рели. Мара, сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Подожди минутку. Где я тут с волками-то воевал, я не пойму. Где-то я с ними воевал. А где? Ну, видимо... А, вот здесь, видимо, да? Видимо, да. Погодите с своими воротами, блин. Ага. Ворота. Ворота. Опа. Что? О! Собираюсь запчасти, чтобы модифицировать оружие. А, так. Ой. Подождите, так там запчасти, что ли, это лежали? Блин. А я что-то не дотумкал. Сейчас, минутку. Так это запчасти тут висели, ёлки-палки. А, нет, это поджечь. А зачем нам его поджигать? А как добыть огонь? Так, документы, навыки. Непонятно. Ладно. Забавно. Давайте сначала обрыщем тут все. Ну
Так. Как говорится, не обижайся, приятель. Ничего не попишешь. Вот еще что-то валяется. О. У Лары кризис самооценки. Так. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Да ну. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику. Фрагмент дневника Саманты, ее что-то тревожит, у нее дурные предчувствия по поводу экспедиции знакомиться. Улад... А, понятно. А, ну вот. Подожди, а... Это загружаемая игра... Это секрет или я не туда попёрся? Чёрт его знает, сейчас посмотрим. Как тут? Ну, есть, конечно, мысль. Мысль верная. Слушайте, я... Будет пандус. Понять бы, нахрена мы это делаем? И не рано ли я сюда приперся? Прям-таки пандусом. Прям-таки будет. А! А, F, извините. Падать было не обязательно. Думаю, можно поднять повыше. Думаешь? Нужно еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть чего, милая? И зачем мы это делаем?
чё? Ну так, наверное, я не знаю. И как быть? Не знаю. Тебе зачем-то был нужен пандус. Эту ткань легко зажечь. Интересное заявление. Так, продолжаем. Но есть еще как бы... Упс. Так. Туда мы никак не пролазим, да? Ой. Тут это что ли? Чисто теоретически. А может сюда? Нет. Точно нет. Либо я что-то делаю неправильно, либо одно из двух. Так далеко она не кинет. Вниз с этой штукой она, я так понял, не спускается, да? Понятно. Не вариант. Так. А как тогда? Да и куда ты? По логике, видимо, вот эту штуку надо как-то поджечь, но... Сюда она не залезает. Вот сюда она залезает. Чудо местности. Еще и нужное снаряжение требуется. Я такое чувство, что я поперся куда-то раньше, чем надо. Стойкое такое ощущение. Или нет. Или да. Или фиг его знает. Что? Что? Да подбери. Что? А, кажется, понял. Прикольно. Бэм. И вот она загорается. И вот она спускается. И вот она зажигается. Чё? Ты спрыгни ты. А чё я сделал? Фиг его знает. Да нет, не спрыгнуть. Да мне спрыгнуть. Что же я натворил? Кто-нибудь понимает? И я нет. А что? Что? То есть
Или я последовательность не ту выполнил? Или что? Или как? Или чего? Слушай, у меня столько ощущений... Да слезь ты! Блин. У меня столько ощущений, что я приперся сюда раньше срока. У меня оборудования какого-то нет. Пошли отсюда. Не совсем понятно, какое-то такое место странное. Как написано было, что-то там загружает. Я так и не понял. Не, ну попа у нее, конечно, просто великолепная. Это да, сразу видно девушка спортивная. Ладно, пойдем сюда, куда надо. Что-то я там вообще не понял. То ли я сделал что-то не то, потуши ты его. Как там, shift? То ли я сделал что-то не то. Поворот. Гуляй, сынок. Могли бы предупредить о волках, доктор. Вот именно. Я с луком весь Dying Light прошел. Чтоб я всяких пушистых боялся. Но правда я играю на нормале, так что вполне вероятно, что... Вполне вероятно, что... Опа! Тихо. Тотем уничтожаем. Еще один ящик вижу. Так я и не понял с этой гробницей. Надо туда, не надо туда. Ага. Опа. Тише. Я вот что-то там увидел. Секундочку. Да, блин, ну. Прибрежный, что-то там. Что за странность? Почему он так... Тихо. Показалось. О, еще один ящик. Отлично. Чем больше ящиков, тем лучше. Еще один ящик вижу. Еще один тотем. А, этот как его? Знать бы еще на кой ляд это надо. Вот это все уничтожение тотемов и так далее, то есть. Ох ты ж! Ага. Ой, подсказки такие своевременные, прям я не могу. Вот тут вот нажмите F. Почему F? В смысле? Да ты гонишь в такой дали? Йо. Грёбано отхлёбано. Вы чё, серьёзно? Блин, ну я ж нажал, а! В смысле?
Да в смысле? Чего? Когда тебе надо нажать-то, блин? Ой, ёлки-палки. Ты дуря. Почему так издалека? Молодец, Ларчик, молодец. Нет, ребятки. Могли бы предупредить о волках, доктор. Так, вопрос. А здесь все собрано или не собрано? Нет, если мы начинаем от той точки, хрен с ним. Но... Слушайте, похоже... Угу. То есть, волки зареспавнились. Но не ящики. Волки зареспавнились, но не ящики, да? Иди сюда! Да, конечно. Вообще чистота. Просто прям чище некуда, блин, дебил. Я так и не понял, мне нужно ту гробницу или рано еще туда попадать? Или может я что-то неправильно сделал, потому что в какой-то момент я там просто встрял. Но правда мне написали, что у меня нет нужного оборудования, так что... А черт, мало ли. Вроде ничего не вижу. Черт его знает. Вроде бы не вижу ничего. А, новый лагерь, это хорошо. И еще запчасти. Так, здесь, по-моему, мы были. Ага, были. Еще один храм. Кому они поклоняются? Не надо. Хороший вопрос. О. Так, вы давай. Просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. У. Это же его работа, разве нет? Ведь в научной части экспедиции от него когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Да ну. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. Ну-ну. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Угу. Сейчас узнаем, зачем их поджигать. Ясненько. Тогда около нашего лагеря, значит. Проверил. О! Шесть из десяти. Неплохо. Ну. Ну, черт его знает, конечно. Вроде все обрыскали. Вроде все осмотрели. Правда, так и не понял, с этой гробницей. Честно-то говоря. Юмора.
ну нет, ну блин, не хочу. В смысле? А, надо когда во внутреннюю попадет. А-а-а, вон когда надо защищаться. Когда она зайдет во внутреннюю. Чё ж вы сразу-то не сказали? Неужели нельзя было сразу объяснить, а? Так. Не могу, да? Никак, да? Так, лагерь. Почему недоступны? О, навыки. Так, у нас есть мастер выживания. Дольше удерживает лук натянутым. Больше боеприпасов. Охотник. Тщательный в поисках запчастей. А, ну почему-то уже есть, да? Стел врагов убитых из лука. Да пес его знает, на самом деле все нужно. Давайте вот это возьмем. Больше боеприпасов. И, конечно же, попа в камере. Окей, ладно. Пусть будет боезапас. Побольше боеприпасов будем таскать. Ну, то есть вот это мы пока не можем выбрать, да? Ну и насколько больше? О, плюс 5. Уже хорошо. Это великолепно. Угу. А по-моему, мазня. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Угу. Почему? Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, думаешь? Надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Только не порежься. Вместе. Черт. Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? А. Невероятно. Понятно, а вот сейчас... Смотрим, что тут можно сделать. Оу. Что же это может быть? Солнцепоклонники? Солнце, солнце. Так, вижу еще кое-что. Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. Угу. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем. И знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. Но скоро все изменится. Помнишь Лару? Моя юная протеже. За ее научными теориями реальные данные. Но у нее нет моего опыта. Под этим открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. О, как. Если все получится, меня ждет грандиозный успех. Если же ты все-таки захочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Но, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу, пожалуйста. Листок из блокнота Уитмана. Вот это эгоизм, ведь он был моим кумиром. Да уж. Расу? Возможно, возможно. Такое себе. Говна ты кусок, короче говоря. Ну, блин, я все еще про ту гробницу думаю. Выжившие стали поклоняться древней японской богине солнца. Так, ну я так понимаю. Ага, снаряжение. Так. Выбранное оружие. Укрепив рукоять, вы сможете использовать кирку для выражения воротов. Занятно. Укрепление.
Все? Один из одного. А, понятно. А это навыки. Ага. Так. Костюмы. Что за костюмы? Стандартно. Давайте охотник попробуем. Я не знаю, что это. Так, а вот тут есть лук. Усиленные плечи, оплетка тетивы. 80, а у меня сколько? Так, усиленные плечи. Ух, ни хрена себе, 250 надо. Лук с усиленными плечами можно натягивать сильнее, что позволяет увеличивать урон от выстрелов. Оплетка тетивы повышает скорострельность. Ага. Ну понятно, тут у меня пока нету того, что надо. Окей, ладно. Ладно, сделаем, как говорится. Так, погодите. А, стоп. Ну теперь-то, значит, могу. Вот так, теперь имеет смысл вернуться. Правда, здесь волки постоянно появляются. И меня это немножко напрягает. Назад! Да блин, ну... Крыса. Чёртова. Опыт плюс один. Да ладно, серьезно. Смысл с ним тогда. Возюкаться с этими мразями. О! Любопытно. А, вон она какая. Актеры театра Но поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции. Жуть какая. Да. Я этот театр... Уж не помню, японский или какой он там. Честно говоря, пару раз смотрел. Ну, не в реальности, естественно, но смотрел. И, честно скажу... Так и не понял, короче говоря. Как говорится, смотрел. А так и не понял, к чему это все было. Как говорится, не осознал величия. Не осознал. Так, ну ясно, теперь за волков много не дадут, да? Так, нам надо обратно в лагерь. В наш, там у нас есть ящик большой, в нем много запчастей. Может, еще что по дороге найдем. Ну или опять на волк. Ну, я так понял, волки, они тусуются, так сказать, в уголочке. С краю карты. То есть надо ходить по дороге. О. Ага. Так, стоп. И... Хрясь. Ой. Во, 180. Нет, а как бы... А, вот. Угу. Отлично. Еще двадцаточка, 200. Так, слушайте-ка. Да я сейчас сделаем. Где там мышка? Снаряжение. Так. Повышает скорострельность. Можно натягивать сильнее. Давайте пока это сделаем. Ну, то есть идем от малого к большому. Черт, что? Что он написал? 10%. Что 10%? Ай, пофигу. Да, быстрее. И стрелы, они, по-моему, здесь появляются. Ну, пошли туда, к нему. Слушайте, ну все-таки мне кажется, что надо сначала с этим местом разобраться. С вот этим таинственным проходом. Ну не знаю, просто
Давайте еще раз здесь. Загружаемая гробница. Гробница путешествия. Что значит загруж... Вот этот момент для меня, конечно, огромная загадка. Как вам кажется, тут Лара выглядит лучше или хуже вот в этом костюме? Грязная какая-то, да и вырез на груди закрыт. Что-то... Не, мне этот костюм определенно не нравится. Так, а это у нас обновилось, да? Тут уж тайная гробница, гробница путешественника. Нет, оно лежит. То есть так, как я его оставил. Нет, а что? Чего я здесь эту не... Эту ткань легко зажечь. Эту ткань. Кто-то видит ткань, которую легко зажечь? Я вроде всю уже сжег. Какую-то ткань легко зажечь. Какую ткань? Что я не вижу? Что-то я не вижу. А! Тьфу ты! Блин, жопа слепая. Ну-ка сейчас. Ну да. Это я, как всегда, супер наблюдательный. Вон же, мне же даже дверь открыли. Получилось. Да? Ну ладно. Может, еще где-то что-то подсвечено? Ну, я только стрелы вижу. Ну, я так понимаю, что нам сюда. Хорошо, ладно. Ну, она у нас как этот, как его, как Кратос. Тот тоже из гигантских сундуков обычно одну хреньку забирает и дальше идет. Оп, что? А, съехать. Один вопрос остался. Ну, эй, ну пройди там, вредина. Мне остался всего один вопрос. Вот здесь есть место. Вот здесь есть место. И туда можно попасть. А, нет, нет, что, просто туда можно попасть. Но требуется новое снаряжение. То есть, видимо, мы сюда все-таки вернемся. Ну а как еще это объяснить иначе, я не знаю. Эй, я же в воду прыгал. Как это совсем не убился, уже хорошо. Так. Тут только стрелы. Да ладно, уже. Да, пробегали. Песо знает. Вроде все. Вроде ничего не пропустил. Ладно, пойдем тогда к лагерю. Сменим прикид. Не знаю, мне Лара в этом загрязненном костюме что-то... Какой-то он слишком грязный. Ничего не пропустил.
Интересно, да, что гробница пройдена, но при этом там есть место, ну, то есть вот эта вот стенка, для которой требуется новое снаряжение. И оно, его нет. То есть его еще надо получить, и сюда еще, видимо, надо вернуться. Блин, как-то это странно. Но гробница при этом пройдена. Внимание, вопрос. Нам ту стенку. Ну давай, давай, вставай, 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 быстрее. Ну дай быстрее, а ну шевели батонами. Нам ту стенку надо будет скрывать с этой стороны или с другой? Вопрос. Так, тут сейчас будут волки, да? Не хочу волков. Волки, идите в жопу. Толку от вас никакого. Только стрел тратите. Ну что это, он так оглядывался? Что? А, факел. Хам-хам-хам. Ну блин, ну не... Уф, позорище. Сколько стрел. Ну ладно, один огромный плюс, что, по крайней мере, стрелы тут периодически появляются. Я так понимаю, что, по крайней мере, совсем уж без оружия. Ну, то есть нет такого, что здесь какое-то фиксированное количество стрел, и больше их никогда не будет. Это радует, это правда радует. Так, ладно, с этим козлом мы пойдем дальше. Сейчас давайте-ка разберемся с костюмчиками. Потому что это мне не нравится. Так. Где мышка? Навыки. Так, у нас сейчас охотник, летчица. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Ну, до следующего костра будем бегать, да. Нет, не готова, отвяжись. Так, как тут сохраниться? Ну, видимо, по умолчанию. Ладно, в общем, на этой летной ноте. Ну да, на следующем костре следующий костюм поставим, на следующий следующий. И так и будем поступать. Ну и на этой... Ой, поступательной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ждать сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю плечо, щёчку, чмокаю, в щёчку. Увидимся в следующей серии Tomb Raider. Безоговорочная форева. Пока что. Как-то так.